Здравствуйте, меня зовут Ольга Ингрия, и вы находитесь на канале вязания фриформ. В этом видео я хочу вам показать свою новую фриформ работу. Это вот такая сказочная птица. Это персонаж эпоса народов Севера, ворон Кутх. И хотя я живу далеко от Камчатки, несколько лет назад мне поступил заказ от моего знакомого, который попросил для себя сделать птицу-оберег или талисман. И таким образом родился первый мой ворон Кутх. А это уже третий экземпляр. Его я тоже сделала на заказ. Вот так вот он выглядит со всех сторон. И каждая из птичек, а их я уже сделала три, отличается друг от друга. Это особенность вязания фриформ. Именно в этой технике я и сделала такую птичку. Крылышки у нее на проволочном каркасе, их можно сгибать, как хочется. Хохолок тоже можно немножко видоизменить. Глазки в этот раз я сделала самостоятельно из запекаемого пластика. А в первых двух игрушках это были пуговички. Если вам понравилась птичка, ставьте под видео лайк. Буду рада вашим комментариям под видео. Пишите свои впечатления об этой технике. Мне она кажется очень интересной. В ней много возможностей выразить себя, вязать как художник. Чем я и занимаюсь. И кроме этого я сделала на эту игрушку мастер-класс. Мне ее только нужно привести в порядок, оформить его. И у вас тоже появится возможность связать такую птицу-оберег, ворона-кутха. Буду рада, если видео вам понравилось. Вы находитесь на канале «Вязание фриформ» с Ольгой Ингрией. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго!